1 250 000 квадратных метров жилья планируется построить в Тюменской области в 2018 году. В прошлом в эксплуатацию ввели 1 419 000, причем самым большим показателем в истории по ИЖС – 47% от общего числа. Значительная часть квартир пошла на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан. Напомню, для этих целей последние 5 лет в области действуют сразу несколько программ. И в 2017 новые квартиры получили 2000 семей. С 2012 по 2016 год мы категориям граждан, которые предусмотрены областным законодательством, уже улучшили жилищные условия 22 тысячам семей. Это работники бюджетной сферы, это молодые семьи, это ветераны, это переселение из аварийного жилья, это льготные категории граждан.